Хейл, guys, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется The White Doors, либо Белая Дверь. Это игры наподобие Купис Ворс, или Купис Варс, Купис Герс, не помню. Ну, короче, от Расти Лейка. Так как эта игра создана такими студиями, как Лабиринт и Расти Лейк, именно. По идее, я эту игру уже прошел, ребят, потом я более-менее знаю, что да и как здесь. Есть нюанс, почему я перепрохожу игру. Из-за того, что у меня был рассинхрон со звуком и видео. Много игр у меня полегло из-за этой проблемы. Более-менее я сейчас ее решил. Я поднял картинку очень хорошо. То есть теперь качество и какие-то динамические сцены, не будет там квадратиков, не будет пикселизации, так сказать. Поэтому все окей. Какие игры еще полегли? Есть игра, которая, скорее всего, выйдет в августе, может быть. Называется 3000 битв или дуэлей. Я уже прошел там около 7 часов геймплеем, но пришлось все это дело удалить, потому что рассинхрон. Было еще пару игр, которые почти прошел, но я тоже из-за синхрона все удалил. Поэтому как так. Ладно, белая дверь, поехали. День первый. Потяните. Я немножко расскажу, что вообще, да и как. Мы с вами лежим в психбольнице из-за какого-то там расстройства. Наша цель — делать однотипные вещи. Привет, птичка. Наши действия находятся вот здесь, на листике. То есть пациент Роберт Хилл, дата, да, и состояние растерян. И здесь как раз у нас написано, что нам нужно делать. Подъем — это мы встали вот с кровати как раз. Завтрак — это поесть. Гигиена — это туалет, зеркало. Осмотр — это позвонить в Бибочку. Упражнение на... мысленную систему, то есть это вот компьютер. Ужин. Нам принесут ужин после компьютера. Отдых — это вот эта коробочка с специальными заданиями там какими-то. И сон — это просто лечь отдыхать. Окей, как лучше на самом деле проходить данную игру? Сначала проверяйте всегда ящик на предметы. Мы здесь сразу сможем найти документ. Мы видим фото. Joshon Board Food — это место работы его, номер, фамилия, имя, дата рождения. 31. Сразу туалет. Туалет мы с вами смываем. Что это? Тут зеркальце, да? Чистим зубки. Готово. Раковина используется... Ее может даже не использовать, она ни на что не влияет. Только в одном там моменте оно что-то да и делает. Я умылся. А дальше есть такой моментик, что в игре, сейчас покажу, достижения. Звездочки. Звездочки я только нашел 3. 3 звездочки. Остальное что-то та-та там. Вы откроете бонусный уровень после завершения игры. Короче, всего уровней здесь 7. 7 уровней, и после 7 будет 8. Здесь, если не ошибаюсь, да, есть календарик. И вот как раз дверь, которая белая дверь, через неделю будет. 1972. В документах у нас какой? 1931. Так, вот проблема звездочки довольно... Так... Поведите, чтобы выпить. Было неплохо. Кофе Oval Nest, то есть кофе с совиным гнездом. Ван Донат, то есть один пончик. Донт. Ну, типа, я проходил игру Center Донт, то есть дырка бублика. Тоже я ее как раз всю и удалил из-за рассинхрона. И одну кофе. Здесь есть сахар, но... Здесь ничего не будет, если его высыпать весь. Он просто так кусочками вылетает, да, и все. Так, осмотр. Привет, мистер Хилл.
Вы уже проснулись? А вы можете чувствовать себя растерянно. Вы попали в несчастный случай. Что вы помните? Назовите ваше имя. Роберт. Роберт. Какой сейчас год? 1972. А дата? А вот дата не знаю. 14. Спасибо, Роберт. Я проведу вас завтра. Пожалуйста, придерживайтесь распорядка. Так, теперь мы идем играть по компьютеру. Первая звездочка можно заработать, нажав на «Возможно». Да, хотите вы начать тест? Примите решение, мистер Хилл. Если нажмем «Нет», то ничего просто не случится. Поэтому нажимаем «Да». Рисунок, что вы увидели? Птица, насекомое, пончик, рука. Пончик. Что вы увидели? Коробка, женщина, рамка, растение. Ну, на рамку-то не похоже, поэтому это коробка. Что вы увидели? Птица, растение, машина, луна. Это у нас растение. Здесь у нас ошибка немного сделана. Что вы увидели? Пончик, машину, рамка, рука. Это рамка. Что вы увидели? Куб, колонка, самолет, пончик. Это колонка, если что. И это монета. Машина, женщина. Монета. Это птичка. Солнце, коробка, птица, рука. Верно, нажмите вот. Тест завершен. Так, дальше у нас спагетти, так сказать. С вами его съедаем, выпиваем. Съедаем таблеточку. Это было вкусно. Дальше у нас идет с вами стол отдыха. Это гантелька. Делаем десяточку, идем отдыхать. Все, расставание. Мы встретились там же, где и всегда. Я пил кофе за своим любимым столиком справа. Я просто пялился в стол. Тут нужно, короче, нажимать на вот эту вот хернюшку The Eddy Lake. Я был на нервах. Поворачивал все предметы в одно направление. Здесь можно как вот так просто повернуть их вверх, да и все. Я отпил. Мне принесли пончик. Я съел его. Я подождал еще 5 минут. Наконец-то. Она пришла. Она выглядела усталой, но красивой, как всегда. А дальше опять на окошко нажимаем и нажимаем на нее. Она подвинула свой стул немного ближе. Она посмотрела в сторону. Плохой знак. Я думаю, что нам стоит прекратить встречаться. Я решила поехать на время. Я не знал, что сказать. Я просто отпил еще. Я попытался коснуться ее руки, но она отдернула руку. И она ушла. Дальше нажимаем сюда, раздвигаем. И тут как раз еще одна звездочка. Это, если вы помните, Rusty Lake Theater. Это да, это на чем, кажется, закончилась серия Coup Esquires. На театре. Я не знал, что чувствовать. Поэтому я отпил еще раз. День второй. Сразу идем к туалету. О, капюшонок. Готово. Протираем лицо. Глаза у нас не выспанные. Так, идем поесть. Моча либо пивко. Пончик, кофе. Люблю пончики. Так, дальше у нас... А, стойте, здесь же еще. Окошко, птичка, а вот и она. Кто там?
Так, ладно, идемте осмотр делать. Доброе утро, Роберт. Как спалось? Время для осмотра. Можете сказать, сколько вам лет? Короче, сейчас 1972, а у него там в дате было 1931. Значит, 1900... А, нет, подожди. 41. 41. Какой кофе было вашим любимым? Ну, это... Кофе... Что, мышка пошла по жопе? Кофе... Совиное гнездо. Овал... Нест. Нест. Где вы работали? Это как раз вот то было на карточке, но здесь и появилась коробка. На коробке написано Johansson Bird Food. Johansson еда, птичья еда. Johansson. Johansson. Что бы вы хотели на ужин? Пиццу, картошку фри, суп. Пиццу. Спасибо, Роберт. Вы делаете успехи. Так, посмотрим еще раз в окно. Мужичок. Кто там? И мы получим еще одну звездочку. А скажу сразу, звезды я не знаю, как все получить. Я знаю, которые только некоторые, и все. Так, дальше у нас тест. Дальше тест. Что вы... Так, насчет тест. Да, поехали. А здесь, короче, нужно найти... Который отличается, то есть пончики, да, этот у нас неверный. Коробка. Растение. Рамка. Дерево. Монета. Птичка. Готово. Ты завершен. Поели пиццу, взяли таблеточку, выпили. Люблю пиццу. Так, теперь идем на отдых. 2, 3, 4. Это так уныло на самом деле. Главное, если я сейчас уроню, придется заново. Но я могу делать его крученым. Ладно. Закрутил, так сказать. Закрутил шарик, так закрутил. Так, все, идем отдыхать. Готово. Птичий корм. Я ехал на работу. Я выключил радио. Музыка напоминала о ней. Мне нужно было сфокусироваться на дороге. Вот здесь у меня всегда рассинхрон начинался. Я не знаю причину, но по КД здесь был рассинхрон. Я остановился на красный. Ко мне подошла попрошайка. Я открыл окно. Я дал ей монету. Загорелся зеленый. Я уже опаздывал. Мне нужно было поторопиться. Вот, и как раз когда мы сейчас приедем, я вам сейчас и покажу тот момент, который я говорю, что я... не шарю. Потому что если мы его не поймем, этот момент, а я теряю просто звездочки. 3 штуки, кажется, либо вообще все остальные. Black smoke. Черный дым поднимался из труб. Я подошел ко входу. Двери были закрыты. Я вел код. Код как раз у нас здесь перевернутый, вот находится. Но. А есть какой-то код, я не вот знаю вот только какой. Чтобы мы с вами получили 3 звезды. Если не 4. 1972. Нет. 1935. Первый. Нет. 1900.
63-й, нет. И здесь вот проблема как раз в этом. Я не знаю, какой год. 1943-й. 1900. Я вот не знаю, ну какой может быть. Короче, я не в курсе, поэтому просто вводим с вами цифры. А, просрал. 3-4-6-1. Ты опоздал. Войди. Я открыл двери. Короче, в чем дело? Если мы вводим специальную команду, здесь у нас появляется птичник. И это помогает нам в дальнейшем просто получить остальные звезды, которые мы, конечно, сейчас не можем получить. Уже. My boss, мой босс затянул свой галстук. Хилл, ты опоздал. Иди на свою станцию. А, здесь, короче, нужно предметы, вот, допустим, печенюшка, да, она круглая сюда, плоские сюда и квадратные вещи туда. Там, кажется, до 6. А, нет, до 5. Все. Мы отработали. Там появляется рука, но она ни на что не влияет. Вот это самое нудное, по-моему. Это нужно, короче, вот нарисовано и кидать туда то, что мы видим. Типа кружочек, треугольничек, квадратик. Бывают такие, конечно, типа квадратик нужен. И совмещаем с кружочком. Такое. Это легкое, но оно долгое. Ты просто понимаешь, насколько оно нудное. И последнее, третье, типа, не нажимаю эту кнопку. Но сколько бы я не ждал, она ничего типа не произойдет, поэтому нам придется нажать. My boss, мой босс натянул свой шлем. Ты уволен. Собирай свои вещи. Мы идем теперь к шкафчикам собирать наши вещи. Магнитофон, корм, шлем, книги и фотки. Ну что, теперь мы просто выходим в дверь и... Серия заканчивается. Поэтому, ребят, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.